Полковник, это звучит гордо. Да ладно, не подлизывайся. Тогда я тоже представлюсь. Рылов Сергей Сергеевич, исторических наук кандидат я. Ну, давайте, Федор Петрович, за знакомство. Ну, мы вроде как представлены друг другу. Еще по одной. Федор Петрович, ну, давайте. Да, да, ну, что? Да, да, давай. Федя, а? Да? Ну, на ты? Алло. Давай, выпьем сначала. Давай. Чин-чин. Не-не-не, попробуй. Сейчас, попробуй. Ты попробуй сначала, попробуй, сейчас, попробуй, сейчас. Попробуй. Давай. Ну, давай. Сейчас. Ну что, суховато кое? Ну да. Ладно. Суховато. А знаешь почему? Воды надо больше класть. Или курицы другой. Айса. Сейчас. Знаешь что? Или. Бабу! Бабу надо тебе завести. Женщина. Вы об этом. Федор Петрович. Федор, то есть Федя. Я же всю жизнь по экспедициям. Ну так, конечно, были. Были романы. Ну так, на полевой сезон, а так, чтобы, знаешь, вот. Так, чтобы навсегда, чтобы жила у меня и готовила. Так и не случалось как-то. Ну, значит, не Сидор ты? Да, ну, не Сидор я, ну что ты, ну разве похож я? Ты понимаешь, ну тут совсем в другом дело. Это анализу не подлежит. Это, скорее, ты знаешь, это потустороннее я, что-то. Я человек такой, конечно, я прямой я человек. Я должен, вот если что, сказать Сидору в глаза, что он Сидор! Ну не Сидор я, ну не Сидор! Ну я похож, что ли, на Сидора? Ну что ты начинаешь? Ну согласись с тобой уже. Ситуация, ну похожая. Значит, у меня была одна такая медичка в Казахстане. Ну и что? В Казахстане Катенька такая, Катюша. Знаешь, у него тоже вот такие подходцы. Курочка в подъезде меня ждала, телефончик. Ну и что у вас? Ситуация похожа. Что с Катей у вас получилось? Замуж за майора вышла. Давай. А вы с ней как? В этом смысле? Ну, конечно. Конечно, настойчивость женщины я уважу. Ну? Конечно, у меня же принцип. С полковыми дамами нельзя. Поэтому она с моим зампотелу двое детей.